хорошо выглядишь, Джефф. Твоя бежевая ветровка меня заводит. В сексуальном смысле. Не женщина, а раковая опухоль. Пока, Джефф. Черт, это курица-наседка. Что за хрень на ней надета? Привет. Привет. Мэти стошнила мне на волосы, но все здорово. Я так счастлива. Гадость, она так своим унынием и меня заразит. А вот и Эмми. И как ты успеваешь и с детьми весь день, и на работу? Ну да, но ведь еще нужно что-то вроде денег. Да. Еще увидимся. Молодец, вся в работе. Молодец в работе. Я так и сказала Вике. 4 минуты до ветеринара. Должна успеть. Вы опоздали на совещание. Невероятно, я опаздываю на свою первую тренировку. Тяжелый день? Буквально хуже, уже просто некуда. Черт! Я созвала срочное родительское собрание, чтобы обсудить важнейшую угрозу для наших детей. Терроризм? Праздник выпечки. Вы издеваетесь? Простите, что? Я так больше не могу. Хватит. В наше время быть хорошей мамой просто нереально. Ну ладно, будем плохими. Я за. За плохих мам. Подруга, давай соберись. Эми, привет. Я сегодня днем в кино собираюсь. Не хочешь со мной? А так вообще можно? Это лучший день в моей жизни. Удачи вам в школе. Эми, у нас собрание в 2, вы будете? Неа. Пока. Эмми, в моем родительском совете я никому не позволю филонить, халявить и сочковать. Надо уделать правильных мамаш. Давайте просто наваляем этой Чикси по титькам. Да! Лучшее родительское собрание в мире! У меня с развода секса не было. А вдруг будет необрезанный? Я научу, это крайняя плоть. Расчехляешь и в путь. А с этим что? С этим все, что хочешь, делай. Лизни, кусни, потеребонькой и пшух! Больше никогда не надену эту толстовку. Охренеть, что за бабкин лифак? Это мой сексуальный лифчик. Ложбинку куда дело? Как будто для одной здоровой сиськи. Моносиська. Так плохо. Трогать жутко. Ну ладно, зато удобно.